Профессиональные мастера-сварщики Мирнинского регионального техколледжа готовятся к всероссийскому этапу конкурса World Skills. Подготовку республиканской команды ведут специалисты «Алроса ГАЗ», рассказывает Роман Муконин. С 2013 года в России стал проходить международный чемпионат профмастерства World Skills, позволяющий студентам рабочих специальностей со всей страны состязаться между собой, выявляя самых грамотных и опытных. С этого года участие в конкурсе принял МРТК, начав подготовку своей команды. Это дело было поручено опытным специалистам «Алроса ГАЗ». Значит, идея эта мне стала интересна, меня заинтересовал сам процесс подготовки, стало интересно попробовать себя, скажем так, в роли уже преподавателя производственного обучения. На протяжении уже 9 месяцев, с сентября месяца, работа ведется по подготовке студентов. Из первоначального набора в несколько десятков человек основная часть ребят отсеялась, и сегодня костяк команды составляет 6 человек. На их подготовку были брошены серьезные ресурсы. Это и время, и оборудование, и расходные материалы. Приложенные усилия дали положительный результат. Студенты МРТК стали победителями дальневосточного этапа международного конкурса. По сравнению, конечно, с Якутском, здесь, конечно, намного лучше. Не то, что как бы совсем печально, но как бы работать можно из такого разряда. Здесь, конечно, уже работать, наоборот, в радость с этим оборудованием. А там уже, ну, с чем пришлось. Так сказать. Как признаются тренеры команды, достойных соперников у наших ребят немало. Поэтому главной задачей является работа над ошибками. Сейчас они оттачивают свое мастерство, делая упор на сложные конструкции. Перед Казанью, конечно, у меня настрой, конечно, занять первое место. Конечно, я буду к этому сильно стремиться. Уже через несколько дней команда отправится в Казань, где пройдет всероссийский этап конкурса World Skills. Там соберутся лучшие сварщики со всей страны, чтобы в тяжелой борьбе сразиться за призовые места.